Хотела задать вопрос о прощении грехов. Вот мы каемся все, ну, как это, все как один человек должен каяться в самооправдании, самомнении, самоуверенности. И потом, если ты не изменяешься, то это получается, что тебе Бог этот грех не простил. Вот объясните, пожалуйста, ну и так все остальные грехи. У нас же много этих грехов. Вот объясните, пожалуйста. Если человек не меняется, то это что получается? Бог ему не простил этот грех. То есть, во-первых, каяться человек должен, ну, в общем-то, как совершил грех, так и каясь. То есть в любое время, где угодно, потому что прощать грехи прощает только Бог. Он прощает грехи. И каяться, соответственно, человек кается Богу. Даже исповедь, когда совершается, если то... Человек должен каяться именно Богу. Поэтому даже в той же исповеди говорит священник, я же только свидетель есть, вот и все. То есть сам по себе, естественно, никто прощать грехи не может. Ни священник никакой, никто. Потому что прощать грехи может только Бог. Даже во время исповеди, когда говорится, что там говорит, власть у меня данная, Бога там прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих. То есть это имеется в виду то, что он должен постигать волю Бога и видеть тогда, когда Бог прощает грехи человеку. Он поэтому и говорит, что прощает и там грехи твои. А если он видит, что Бог не прощает грехи эти человеку, то есть, соответственно, он говорит, что нет прощения грехов твоих пока что. Вот так вот. То есть это, можно так сказать, что такая власть от Бога дается только тогда, когда человек... В общем-то, ну, что ли, ну, видение такое приобретает, что он видит свои, видит, в общем-то, волю Божию, вот, ну, как бы, видит волю Божию в отношении того или иного человека, видит его душевное состояние и видит, исходя из этого душевного состояния человека, прощает ему грехи его Бог или не прощает. Чтобы это видение было у человека, для этого нужна борьба личная, вот, за чистоту своих чувств. В повседневной своей личной жизни должен бороться каждый день за чистоту своих чувств. И в этой борьбе, это как бы, чтобы Бог подал такой дар человеку. То есть этот дар дается не просто так, вот такое душевное видение. Вот. А дар дается только в зависимости от того, насколько человек искореняет в себе свои страсти. Вот. И исходя из этого, если он правильно проходит внутреннюю свою духовную жизнь, то есть опыт прохождения правильной внутренней духовной жизни, и еще плюс дар от Бога. Вот так вместе все это, отсюда он и видит это, как говорится, душевное состояние человека, страсти у него как, чего там, что. Вот. И видит, так сказать, его душевное расположение. Душевное расположение. Вот это все видит. И отсюда, соответственно, видит волю Бога. Просто есть воля Бога, она такова, что как бы прощение совершается грехов Богом, когда он прощает их человеку, под определенным условием. Этим условием является определенное душевное состояние человека. И вот достаточно видеть это душевное состояние, если оно есть, необходимое душевное состояние, которому Бог прощает грехи, то тогда и говорится, что Бог прощает тебе грехи твои. Нету этого душевного состояния. То он говорит, что нет, мол, тебе еще Бог не прощает грехи. Вот. То есть это, видите, зависит от чего? Во-первых, то есть, чтобы простились все грехи, то есть этот человек должен сам в своей душе прийти к определенному душевному состоянию. Это в чувствах, в его намерении, вот, в душевном расположении, в чувствах своих. То есть человек сам должен прийти вот к таким душевным состояниям, чувствам и ощущениям. Когда человек приходит к этому, то тогда вот Господь и прощает ему его грехи. Соответственно, если человек, в общем-то, не приходит к такому душевному состоянию, то Бог ему грехи его не прощает. Вот так вот. То есть это определенное душевное состояние, в общем-то, и состоит в том, что у человека должны быть определенные душевные чувства, определенное намерение внутреннее душевное, расположение его души. Вот. Ну и что такое прощение грехов Богом? То есть это
Если внутри, в душе человека взять, вот в чувствах, в ощущениях, это совершается таким образом, что благодать Божия, как бы подается дар благодати Богом. Благодать Божия – это дар божественной благодати. Сходит и связывает вот это вот, ну, действие или проявление той или иной страсти в человеке, то есть действие проявления первородного греха, который проявляется в страсти. Благодать Божия связывает. И таким образом человек имеет силу, так сказать, власть над страстью по дару благодати. Вот это, собственно говоря, и называется прощение греха. То есть, видите, благодать Божия связывает действие страсти. Вот это и называется прощением греха. То есть вот, если в человеке проявляется страсть, она действует, вот она имеет силу, власть над человеком, проявилась, человек, так сказать, или там вступил в борьбу, брань с ней, не может побороть, она его одолевает, и он влечется на поводу ее. Или же просто страсть захватила, понесла, он уже там очнулся, когда уже там страсть вошел. То есть это говорит о том, что страсть владеет человеком, и грех еще этот не прощен Богом. Чтобы, так сказать, получилось опрощение греха этого, то есть необходимо, чтобы как бы дар благодати был дан человеку, посредством которого он бы останавливал эту страсть. То есть, к примеру, то есть страсть, допустим, там, ну, например, раздражение или недовольство, или обида. Только у кого какая там, наиболее это относится к главенствующим страстям в человеке. Вот, то есть она проявляется только. Или, допустим, как бы собирается проявиться, человек чувствует это. Или это проявляться начало. И он начинает как бы против нее бороться тем, что старается возгреть правильное душевное чувство, призывает Бога на помощь, повергая свою немощь пред ним. И вот когда он начинает так делать, то приходит благодать и страсть, раз, и связывается. То есть она теряет силу свою в этот момент времени. Вот это говорит о том, что ему дан дар благодати, посредством которого он может связать страсть. Вот это и получается у него прощение греха, которое реально в его душе, реально Богом, даром божественной благодати совершается. Вот так вот. Соответственно, если страсть захватила человека, потащила, он очнулся уже там, в страсть впал. Вот это вот то, что он в страсть впал, и страсть им владеет, то, соответственно, вот это как бы своего рода такая происходит, как бы, ну что ли, одержимость. То есть страсть его еще держит, он связан страстью своей, еще не имеет над ней власти. Она его держит. Вот. То есть его волю своего рода, так сказать, держит его волю. То есть страсть проявилась там, ну, к примеру, человек там раздражился, вот, ну, какое-то искушение, он тут же раз пал в раздражение, но его потащило, он уже там натворил, там уже раздражался, там уже там вот так вот. А потом, может, где-то там, может, очнулся, что, ой, что же я, мол, творю. Вот момент, когда он, ой, что же я творю, и начал бороться со страстью, то он встал на путь покаяния. То есть, кстати, вот вставание на путь покаяния, это не то, что вот я с сегодняшнего дня встаю на путь покаяния. Ну, хорошо, все. Теперь ты встал на путь покаяния. То есть, человек может сказать, что я встаю на путь покаяния, но при этом что? Не совершать этого покаяния в жизни, не меняться. А вставание на путь покаяния, это то, что вот я с сегодняшнего дня встаю на путь покаяния, да? И вот теперь у меня какие страсти будут проявляться, там вылазить, я буду бороться с ними, вступать с ними в брань-борьбу. Вот это он встал на путь покаяния. То есть вот оно, допустим, овладела им эта страсть, раздражение или гнева, там, или недовольство, или обиды. Вот. Он впал в нее, потом раз, очнулся и начал применять против нее, то есть то, что необходимо для борьбы с ней. То есть возгревать правильное душевное чувство, к примеру, там, смирение чувства, там, или сокрушение о грехе, вот, призывая при этом Бога на помощь. Или применять там чувство добродушия, там, доброжелательности, опять же, при помощи Божьей стараясь это делать. И вот это вот делание, получается, это и есть не что иное, когда он начинает так делать, это призывая при этом Бога на помощь, это его вставание на путь покаяния. То есть он начинает покаяться, начинает покаяние совершать.
Вот, то есть, а если просто страсть тобой овладела, ты пролетел по этой страсти, не борешься с ней, то значит вставания на путь покаяния никакого нет. То есть страсть тобой владеет, ты одержим ею. Вот. От этой одержимости, то есть вот это как бы получается, что ну, страсть имеет власть над твоей волей. Почему? Потому что она как бы захватила тебя, и ты даже не сопротивляешься. Она тебя захватила, потащила, и все, и ты влечешься, как собачка на поводу на ошейнике, бежишь за страстью, вот так вот. Куда она тебя, как она тебя повлечет, и ты бежишь. То есть имеется в виду, что свобода воли его связана как бы. Его вот связано через то, что как бы одержимость, держит страсть, ее держит его. Вот. И как она проявилась, захватила, и он тут же за ней влечется, не сопротивляясь даже ей. Вот это получается одержимость страстью. И получается, что вот через эту одержимость, как бы, страстью, бесы могут иметь над человеком власть. То есть бес имеет власть над людьми через страсти. И, соответственно, вот если какой-то страстью одержим человек, то через эту одержимость страстью бес имеет над человеком власть. Он может навести эту страсть на человека в мысли, в желании, в чувстве там. Вот. И человек, так сказать, влечется на поводу этой страсти. Вот он получается, вот таким путем демон имеет власть над человеком. Через мысли, помыслы там какие-то возникающие. Через желание, через чувства может наводить. Вызывая вот какую-то ту или иную страсть, которая, ну, на поводу которой человек наиболее влечется в своей жизни. Какие наиболее ему обладают. И получается, что человек в данный момент времени как бы исполняет волю бесовскую. Люди думают, ну, воля бесовская – это такое что-то там страшное, там такое ужасное, кошмарное, там что-то из ряда вон выдающееся. Вот. Некоторые люди так думают. На самом деле воля бесовская, вот ты впал в раздражение или в гнев, или в чувство обиды, и влечешься на поводу этого чувства, оно тобой владеет, обладает в данный момент времени. Вот. То вот это и есть воля бесовская. Ты, когда влечешься на поводу этого страстного чувства, ты исполняешь волю бесовскую. Дальше люди думают, одержимость – это что-то такое, наверное, там человек там прыгает, скачет там или корежит его всяко-разно. Вот, вот это называется, мол, одержимость. На самом деле, в реальности, одержимость, вот, как я вам рассказал, то есть тебя страсть захватила, потащила, тебя не корежит, допустим. Как это, ну, это называется телесное беснование, когда корежит там всяко человека, он скачет там, кто-то лает, кто-то кукарекает, там есть такое вот. Вот это сказать, такое телесная одержимость. А есть одержимость, так сказать, душевная, когда человек одержит, который гораздо хуже, чем вот эта телесная одержимость. Но, естественно, в человеческом обществе считается, что вот это вот, вот что, когда человека всячески корежит, вот это вот плохо. Вот. А душевную одержимость никто не считает за ненормальность. А на самом деле, если тобой владеет гнев, он тебя захватил и тащит. Если тобой владеет раздражительность, вот, то есть какая-то ситуация, искушение, то он захватило тебя и потащил. Вот, и ты впал тут же в это раздражение или в гнев, и собой даже не владеешь в данный момент времени. Вот она, одержимость, ты одержим. Ты одержим вот этой страстью, этим страстным чувством в данный момент времени. Дальше, тобой там овладело, допустим, к примеру, то есть искушение какое-то, или ты вспомнил там, и тобой чувство обиды. И ты находишься в этом чувстве обиды, и ничего с собой поделать не можешь, просто влечешься у него на поводу. Вот оно, одержимость. Вот тобой владеет вот это страстное чувство, ты одержим им. Или тобой владеет там чувство, к примеру, ну там, уныние, депрессия, к депрессии, к примеру. Тоже одержимость. Если оно тобой владеет, находит на тебя, схватило, потащило, и ты ничего не можешь поделать. Вот она, одержимость. Так и другие страсти, то же самое, вот как возьмем пьянство, наркомания, это такие явные, очевидные, да. Вот. Тоже, если человеком захватило, потащило желание, и человек ничего с собой не может поделать, тоже одержимость, он одержим. Вот, то есть, страсть серебролюбия возьмем. Вот, люди, так сказать, гребут под себя больше и больше, там, и, к примеру, эта страсть настолько некоторыми владеет, что они готовы, так сказать, ради удовлетворения этой страсти, готовы других людей убивать или там
по миру пускать, грабить, обворовывать или так делать, что, так сказать, особенно это касается в наше время, вот взять власть, чиновники там, прочее все, вот власть, то есть, которые могут налагать на народ там большие там тарифы, ЖКХ там или прочее, вот это вот все такое ради, и таким образом совершают ограбление народа. Ради чего? Ради страсти сребролюбия. То есть они одержимы этой страстью сребролюбия настолько, что готовы ради удовлетворения ее убивать людей. Но только это все происходит типа как бы законным путем. Вот, отъем денег у населения типа как бы законным путем. На самом деле это одержимость, они одержимые, бесноватые. Вот как говорит святитель Иоанн Златоуст, что вот такие одержимые страстью сребролюбием, они хуже, говорит, тысячи бесноватых, явных, телесно бесноватых, потому что от них страдать может все общество. От таких одержимых сребролюбием. Если чиновники одержимы сребролюбием, или находящиеся у власти там депутаты, правители одержимы этой страстью, все, от них будет страдать весь народ. А доход некоторые ради удовлетворения этой страсти, особенно в наше время, это явно очевидно, что доходит до того, что устраивают там, люди вымирать начинают, а они, так сказать, все равно гребут. Вот, то есть ради удовлетворения, опять же, своей страсти готовы уничтожать народ, устраивать геноцид народа. Ради того, чтобы удовлетворить страсть сребролюбия. Видите, насколько они одержимы, бесноваты, бесноваты вот этой страстью сребролюбия. Какая у них страшная одержимость. Просто там сидят, наверное, какой-то князь бесовский, сидят князья бесовские, вот так вот, в этих людях. То есть, получается, что человек ради удовлетворения своей вот этой страсти, вот, готов уничтожить там огромную массу населения. Вот. Там убийцу какого-то убил, его садят. Вот. А этот, и ради своей страсти сребролюбия, удовлетворяя ее, вот, ограбляет народ, и получается, таким образом творит такое, так сказать, как бы преступление, его никто не садит, ничего. На самом деле это еще гораздо худшие бандиты, худшие убийцы. Потому что тот убил одного человека, бандита, а эти убивают множество народа. Поэтому они гораздо худшие убийцы. Ну и гореть им в огне. Ну, естественно, то есть сказать, сама по себе эта страсть, одержимость, и она уже есть наказание. Потому что, как говорит святитель Иоанн Златоуст, что который одержим страстью сребролюбия, ему все хоть горы, все золотые сделай, он не успокоится, не насытится. Она не насыщаема. Тоже так же. Видите, такая одержимость страстью той или иной, вот, она соделывает человека, в общем-то, ну что ли, бесовским пленником. Вот, то есть бес над ним имеет власть через эти страсти, те или иные, какие в нем проявляются. Вот. Человек, допустим, ходит, допустим, ну, к примеру, чувство злобы, ненависти. Тоже им одержим чувство ненависти. Сейчас в наше время тоже в людях разжигают это чувство ненависти по отношению друг к другу. Вот это чувство ненависти, это тоже, если ты, то оно захватывает тебя, и ты ничего с собой не можешь поделать, ты тоже одержимый. Вот так вот. То есть нужно, чтобы выходить из этого состояния одержимости, нужна борьба со страстями. Вот. И нужно, так сказать, покаяние, которое состоит не в том, что человек говорит, ну все, каюсь, все, пока каюсь, больше не буду. Вот. Но он сказал, тут же развернулся, пошел и тут же впадает в эти же самые страсти. Это же получается, что на тебе Боже, что мне не гоже. Ну, то есть покаяния у него как такового реального нету. На словах тут. Вот. Ну да. Получается, что он только, как говорит Христос, эти люди языком и устами своими приближаются к Богу. А сердце же их далеко отстоит от меня, говорит Господь. То есть сердце далеко отстоящее, это есть, что в сердце, в душе его живут страсти, и он ими одержим. И вот эта одержимость страстями, это и есть сердце, далеко отстоящее от Бога. Он одержим ими, связан этими страстями, и не борется с ними, не находится в состоянии борьбы с этими своими страстями. Это и есть сердце, далеко отстоящее от Бога. То есть, чтобы приблизиться к Богу, как говорит, приблизьтесь к Богу, и Господь приблизится к вам. Вот. То есть для этого нужна борьба вот с этими своими страстями. Нужно их искоренять из своей души. Если человек будет искоренять эти свои страсти,
Вот тогда и будет получаться, он будет выходить из этого состояния одержимости. То есть он будет, соответственно, приближаться к Богу. То есть кто в какой степени искореняет в себе свои страсти, тот в такой степени приближается к Богу. И, соответственно, кто насколько одержим своими страстями, тот в такой степени и далеко отстоит от Бога. Вот так вот. Поэтому и получается, что покаяние же будет состоять в чем? Что человек решимость полагает, что все. То есть, во-первых, это он чувство сожаления, сокрушения об этой страсти, каких-то, которые им владеют. Он сожалеет, сокрушается, что «Господи, прости меня, вот я грешник, окаянный, бесноватый, мою страсть мной владеет вот эти вот, вот. Я влекусь у них на поводу, как собачка бегут, и сказать и так далее. Прости меня, Господи, за это грешника, окаянного, недостойного. Вот, я сожалею о них, раскаиваюсь пред Тобой, Господи. Вот, и хочу избавиться от них». Вот. И получаю, и дальше что? Чувство решимости. Все. Я теперь буду с ними бороться, чего бы это мне ни стоило с этого момента. То есть вот доводит себя до чувства решимости на борьбу. Ну и дальше, что он сознает, что один он без Бога не может победить в себе страсти, поэтому повергает немощь пред Богом и просит у него помощь, что «Господи, ну я один без Тебя не могу, вот помоги мне, я хочу побороться, поэтому помоги мне избавиться от этих страстей, я хочу избавиться от них». И воодушевляется на эту борьбу. Видите, вот эти чувства сокрушения, сожаления о грехе, вот доведение себя до чувства решимости на борьбу, вот повергает немощь свою пред Богом, потому что сам не могу, но хочу, поэтому просит помощи у Бога. Вот, и воодушевляется на эту борьбу, на это дело не идет. Это вот, кстати, оттенки в чувствах, они составляют, собственно говоря, покаяние. Всякий раз, как вы упали в какую-то страсть, если заметили за собой, вот эти оттенки в чувствах прокрутите в своей душе, вот, возгрейте их в своей душе. Вот, и чтобы они, так сказать, появились у вас. И таким образом вы в своей душе тут же совершите покаяние пред Богом. То есть вы упали в страсть, и получится, надо чувство сокрушения, сожаления о ней, довел себя до решимости. Дальше что? Повергаешь немощь пред Богом, что сам не могу, просишь у Бога помощи. Ну, Господи, помоги мне, я хочу. И воодушевился. Вот оно получается, что ты не остался лежать. То есть упал в страсть, но не остался лежать в ней. А тут же, так сказать, встал, отряхнулся и пошел. Вот оно получается покаяние. И выходит отсюда, что вот эта вот одержимость той или иной страстью, она, собственно говоря, является погибельной для души человека. Поэтому надо из нее выходить. И вот здесь и нужно, кто в какой степени находится в борьбе со страстью, тот в такой степени и пытается выйти из этого состояния одержимости. Вот, поэтому, когда, в какой момент увидел, что страсть это борет тебя, вот тут же и начинай с ней борьбу. Понимаете, кто-то вот он, может быть так, что он впал в страсть, и уже там нараздражался, нагневался, набежался там, вот, наговорил там чего-то, уже после увидел. Вот как увидел, все, начинай бороться. То есть как, кто увидел, кто-то, может, раньше увидел. Вот, то есть говорил это время, бац, увидел. Надо бы уже остановиться, но оно тащит. Все, начинай бороться, стоп. Закрой рот, вот, внутрь себя и борись, начинай бороться со страстью. Даже можно удалиться или еще что-то и побороться со страстью, пока она не пройдет. То есть в какой момент кто начинает видеть в себе действие страсти, в тот момент сразу же не замедляй, не оставляй на потом, а в тот момент и начинай бороться. Если кто в тот момент будет начинать бороться и до той степени, или, как говорится, до того состояния доводить себя, что, чтобы страстное это действие, это чувство, желание прошло, пока оно не пройдет. Вот борись, пока оно не пройдет. А прошло. Вот, то есть вот, вся, вот это вот, то есть когда пройдет, вот он и поборолся. И всякий раз старайся делать так, чтобы в какой момент увидел, борись. До той степени поры, пока оно не пройдет, это страстное желание, чувство. Вот так вот. И если будешь всякий раз бороться, то Бог начнет давать тебе то, чтобы ты видел это раньше. То есть ты видел, когда страсть тобой была владела, ты видел это позже. Но ты как видел, так тут же и бороться начинал. Бог тогда видит твое усердие, старание, стремление у человека. Желание, жаждание, понимаете? Вот оно важно, вот это душевное жаждание, алканье, избавление от страсти. Что человек жаждет, алчит, хочет.
избавиться от нее. И это видно в том, что он борется. Не в том, что он просто языком, устами говорит, да, я хочу избавиться, все там, а бороться не борется. А видно в том, что он борется. Видит, как страсть увидел, тут же вступает с ней в борьбу и делает все, что надо, необходимое чувство возгревает, призывает Бога на помощь. Вот это все делает. И вот Господь, когда видит у человека вот это вот делание, понуждение себя, вот, он дает ему так, что он начинает видеть раньше чуть. Если он когда начинает видеть раньше, и тоже тут же борется, тут же, так сказать, не оставляет этого просто так. То есть Господь видит, что у него есть усердие, стремление, он хочет избавиться. То есть в этом проявляется, кстати, видите, что? Желание человека, его хотение, что он хочет избавиться от страсти. Господь это видит, тогда начинает давать ему еще раньше видеть это. То есть еще раньше он начинает тогда видеть это. Если он еще раньше начинает видеть, и тоже тут же начинает бороться, вступать в борьбу, брань. И так всякий раз, как только увидел, тогда Господь видит, что он действительно хочет избавиться. Вот, и дает ему еще раньше то есть видеть. И причем, давая это раньше видение, он дает возможность что так, что человек-то борется в это время со страстью, когда Бог ему на помощь благодатью своей приходит. Может, где-то потомиться в борьбе оставляет. Бывает и так, что оставляет потомиться в ранней борьбе. Отсюда скорбь начинается. Томление. То есть ему борется, но не проходит томление. Ничего. Не надо смущаться этим, что вот так вот, вот оно не проходит. Борьба, томление душевное. Не смущаться. Кто начинает смущаться этим, это от гордости идет, от душевного сладострастия, от нежелания борьбы. Вот. А надо просто... Почему? Потому что в это время скорбь, когда вот это вот, ну, находит вот это вот томление душевное в этой борьбе, отсюда вот, то есть скорбь. И он хочет избавиться, уйти от этой скорби, вырвать ее как бы из души, да? Вот, чтобы не было ее. А надо на самом деле не бояться этой скорби. Надо просто принять ее и начать проходить через скорбь, неся ее как заслуженный за грехи. Что вот и хорошо, что скорбь. Вот и слава Богу. Это скорбь от того, что нет удовлетворения моей страсти. То есть я борюсь с ней, нахожусь в данный момент времени в состоянии борьбы. И так как я нахожусь в состоянии борьбы со страстью, то ей поэтому нет удовлетворения. Отсюда и ощущается скорбь. Вот. И вот эта то есть скорбь, она чего получается? Что разрывается привязанность в данный момент времени, разрывается привязанность к страсти. Мне вот это-то как раз и надо. Разорвать привязанность к этой страсти. Поэтому что? Вот и хорошо, что скорбь. Вот и слава Богу. Потому что мне надо разорвать привязанность к страсти. А скорбь от чего? От того, что нет ей удовлетворения. Вот и хорошо, что нет ей удовлетворения. Слава Богу. То есть поэтому надо не бояться этой скорби, а проходить через нее, смиряясь по настрою духа с нею, благодаря Бога за нее, неся ее как заслуженную за грехи, сознавая, что это есть в данный момент времени, через эту скорбь происходит врачевание души твоей. То есть разрывается привязанность к страсти. Вот какое врачевание. Страсть, она погибельна для души. А когда ты вот так борешься, к ней разрывается привязанность. Вот и получается, что таким образом в этом проявляется твое стремление к Богу. Вот в этом проявляется твое стремление приближения к Богу, души. То есть хочешь ты к Богу или не хочешь. Что некоторые говорят, да, я хочу к Богу, и все, там все, всей душой. Вот. Но вот это делание вот этого, борьбы вот такой со страстью, нету. И тогда его слова, он только языком устами приближается, вот и все. А сердце же, будучи объятое страстями, далеко отстоит от Господа и совсем к нему не приближается. А вот приближение, оно и состоит в том, чтобы вот это делание было. Вот. Чтобы он как увидел страсть, тут же боролся с ней, тут же вступал с ней в брань. То есть отсюда, соответственно, начинал следить за собой. Вот это вот следить за собой, внимать себе в течение дня, каждый день, это очень важное делание. У святых отцов это называется внимание к себе или трезвение. Трезвение, то есть ты следишь за собою, как бы трезвение, протрезвляешь свой ум. То есть страсть, она опьяняет ум. А когда ты следишь за собой с той целью, чтобы как только появится страсть, тут же вступать с ней в борьбу в брань, то таким образом ты делаешь то, чтобы ум твой протрезвел. То есть вышел из замраченного состояния, которое наводит на него страсть. Действие страсти. Таково оно, что наводит омраченное состояние на ум. И ты таким образом выходишь из этого омраченного состояния, и ум твой протрезвляется. Вот, и получается, что
Поэтому у святых отцов это делание названо трезвением или трезвение ума. Вот. На это же направлено умное делание. Это вот внутреннее делание, оно на это направлено, понимаете? То есть человек должен внимать себе с той целью, чтобы когда проявится страсть, вступать с ней в борьбу, брань. И кто когда начинает видеть, тогда и вступай. Если так будешь делать, Бог будет подавать, видеть тебе это раньше. Потом раньше. Потом дойдет до того, что ты начнешь замечать, вот оно в чувствах у тебя появляется. То есть раньше ты видел, когда? Когда оно уже тебя вылетело там наружу, да? Уже ты там чего-то наговорил, чего-то наделал, ты видел только тогда. Но ты стал бороться, как видел. Вот. Бог начал давать тебе так, что ты стал видеть раньше. И ты продолжаешь тоже тут же бороться, как только видишь. Потом Бог дал тебе, что ты стал видеть еще раньше. Но ты все равно тут же, так сказать, как увидишь, тут же борешься. И тогда постепенно дойдет до того, что оно у тебя вот сейчас готово вылететь, а ты раз и увидел. И ты тут же стал бороться внутри себя. И оно у тебя уже не вылетело наружу. Осталось там внутри только. И там внутри ты начал борьбу до той поры, пока это страстное желание или чувство вот, не пройдет. И так и борешься. И всякий раз, как увидел. И постепенно, то есть получается, придешь к тому, что оно наружу у тебя страсть вылетать не будет. Начнешь ее внутри себя искоренять. А потом Бог даст видеть как. Вот ты начнешь видеть, что вот только она раз у тебя в чувстве начала тобой овладевать. Ты начал видеть, и вот тут начнешь видеть. И потом дойдешь до того, что уже, так сказать, тут же борешься с ней, тут же бороться с ней начинаешь, так как ты раньше привык, как только вижу, тут борюсь. Видите, это очень важный момент. Не замедлять в страсти. Как увидел, борись. Вот это очень важный момент. Как увидел, борись. Увидел, борись. Кто так действует, в нем появляется что? Решимость. Это самоотверженность, решимость. Вот. Это проявление самоотверженной решимости. Это и есть проявление ревности по Богу в человеке. И тогда тому Бог дает так, что он начинает видеть раньше, доходит до того, что постепенно. Вот, доходит до того, что начинает видеть уже там в чувстве, только оно появляется. Он тут же раз видит, тут же стоп. Вот, тут же начинает бороться, все, и чувство меняет себе. А потом доходит до того, что начинает видеть это в мысли. То чувство уже не допускает до чувства, понимаете? Что вот оно только в мысли там появляется, он стоп, так сказать, чтобы не было чувства. И он тоже, так сказать, если тут же борется всегда так и не допуская до мысли, потом доходит до того, что, так сказать, уже называется прилог, вражий прилог. То есть он только там, ощущение только появляется в мысли, там, так сказать, он видит приближение, только там, как говорится, голову просовывает только. Вот это помысел страстный. Вот. Он тут же его хлоп, вот. Тут же, так сказать, его сразу же, как привык бороться с ним, тут же сразу борется. Вот и всякий раз так делает. То есть Господь постепенно, видите, как Господь доводит до того, что помогает ему в этом делании, он доходит до того, таким образом постепенно, что он уже только в помысле, там только движение какое-то появляется, он тут же, стоп, все нету. И когда вот таким законом, вот так идет, закон и борется со страстью, правильные чувства душевные, чувство смирения, сокрушения пред Богом, вот, проходит таким образом, что как бы вот эту тугу тяготу или томление душевное тоже проходит, скорбь в этой борьбе проходит во время томления душевного, проходит скорбь, смиряется со скорбью, проходит этот путь, приходит таким образом к смиренному чувству. И вот, когда вот так вот, вот это и называется, что Господь дает ему благодать невидимую, понимаете, благодать Божия, дар благодати, посредством которой он связывает эту страсть в этой борьбе, связывает ее. И вот это связание страсти в этой борьбе, это и называется прощение греха Богом. То есть некоторые говорят, а как узнать, что, как, ну, что Бог простил, пишут мне вопросы, батюшка, а как узнать, что Бог простил грехи? Вот как это, где, как это, как вот скажите, покаяться, что Бог простил грехи? Но они подразумевают это, что, вот, как нужно перечислить грехи? Как их нужно рассказать там, исповеди там, или как все рассказать там грехи, какие рассказать, помогите, вот, чтобы мне Бог простил грехи, так что как надо их рассказать там, перечислить там, или еще чего-то там, что надо сделать, мол, такого. Вот, то есть понятие у людей чисто такое внешнее, вот, юридическое понятие прощения греха. Потому что прощение греха – это внутри, в духе, в душе человека.
Это внутри, в чувствах душевного человека, и это не механическое какое-то действие такое, что Бог просто раз благодать дал, тебе грехи простились, потому что ты их перечислил на исповеди там или назвал их, вот, еще там чего-то, то есть я типа сказал, что все, больше не буду. И Бог тебе раз все простил, и теперь ты ходишь уже без грехов. То есть уже у тебя грехов нету, страстей нету, ты без грехов. Вот, вот как хорошо, мол. Что надо там, батюшка, сделать, чтобы вот так вот, вот раз Бог простил, и все, нету грехов. Вот, то есть по щучьему велению получается, по моему хотению. Такое механическое магическое действие. Понимаете, вот оно. Вера у людей в прощение грехов такая механическо-магическая. Не христианская. А это вопрос духовно-нравственного делания. Вот того, о котором я вам сейчас перед этим рассказал. Как они прощаются грехи. То есть это вопрос внутренней духовной жизни, правильно проходимой. Это вопрос вот этого духовно-нравственного делания в процессе этой борьбы со страстями. Вот так они прощаются Богом, грехи. Кто этим деланием не занимается внутри себя, никаких прощений грехов Богом ему нету, запомните. Это все иллюзия, самообман. Все остальные, которые думают, что вот там мне сказали, Бог простит, все нормально, это иллюзия, самообман. Никто ничего не простил. Бог прощает грехи, а прощает Он. Ты можешь это почувствовать тем, что, так сказать, в душе твоей даром благодати связывается страсть. И наиболее это касается главенствующих страстей. Когда вот главенствующая страсть связывается в тебе, и через то, что она должна связаться, через вот такую борьбу, о которой я рассказывал, то есть ты вступаешь в борьбу, в брань, вот законный путь, законным путем она должна связаться. И законный путь, он и обозначает то, что ты начинаешь внимательно за собой, следить за собой в течение дня, бороться с этой страстью, как только видишь ее проявление, в какой момент увидел, как я вам рассказывал, тут же бороться начинаешь, правильное чувство возгревать и на Бога на помощь призывать. И всякий раз так делаешь. Вот. И вот когда так делаешь, вот, вот таким образом, так сказать, как я вам говорил, что начинаешь раньше видеть, тут же, но при этом борешься всякий раз, как видишь. И тогда Господь дает дар благодати, посредством которого в тебе связывается этот грех. То есть получается прощение. Вот такое прощение греха. Вот так оно совершается через вот такое вот духовно-нравственное внутреннее делание. То есть это не внешний какой-то акт. Это не внешнее что-то ты перечислил, там сказал грехи свои. А это вот это вот делание внутреннее в борьбе с твоими страстями, которые ты должен совершать каждый день. Видите, вот он путь к прощению грехов своих. То есть, соответственно, у кого этого делания нету, нет вот этой решимости на борьбу, нет вот этого чувства сожаления, сокрушения грехи, отсюда решимости на борьбу, взывания к Богу о помощи вот в этой борьбе. То есть, соответственно, у того прощения грехов нет. То есть, вот он, видите, вот он законный путь, о котором я вам рассказал. И плюс, получается, что ты должен в этой борьбе прийти к смиренному чувству, сокрушенному. Вот тогда Бог и тебе дает власть над этой страстью, даром благодати. Потому что только смиренному чувству, духу и сокрушенному можно дать власть над этим, над этой страстью, даром благодати. То есть она связывается. Тогда он не вменит этого себе, не даст этому самоцен. Тогда эта власть по дару благодати, данная ему от Бога, вот, она будет ему во спасение служить. А так получается, дай ему вот эту вот, избавь его от этой страсти, он себе вменит, самоцен даст и зайдет только в худшее душевное состояние. Поэтому Бог и не дает, чтобы он не стал хуже. Вот так вот, потому что он еще не приобрел чувство смиренное в душе. Он еще не смирил и не сокрушил в себе самостно гордостный дух. Поэтому и не дает. Ну и получается, что, соответственно, это действительно реально вот такое вот освобождение от страсти по дару благодати. Потому что бывают такие обманки еще, обманчивые, когда люди думают, что вот я сейчас даже рассказываю, и некоторые, которые находятся в состоянии самообольщения, духовной прелести, думают, что ага, мы-то знаем, да, конечно, это раз, ты там Иисусову молитву прочитал, все, раз, и греха ушел, все, страсти нету. Ничего подобного. Если вы такого пути не проходили, о котором я рассказал, вы в иллюзии находитесь, в самообмане и в самообольщении. То есть вы наподобие индусских йогов, которые, так сказать, ваша свобода от страсти только за счет того, что у вас возгрелась более сильнейшая страсть. Гордыня, самостно гордостный дух. То есть бывает, что избавление от страсти за счет того,
что бес или человек предается более худшей страсти, сильнейшей. Той же самой гордыне, самостно-гордостному духу. То есть это получается победа над какой-то страстью в человеке на основании самостно-гордостного духа. Соответственно, это не прощение греха Богом. Это иллюзия, это самообман. Вот. То есть прощение греха никакого не произошло. Ты впал в самообольщение и в духовную прелесть. Вот что это такое. И находясь в этом самообольщении и духовной прелести, ты еще мнишь о себе, что тебе типа грех прощен. То есть прелесть мнения такая. Вот. Ты находишься в иллюзии, в самообмане. И некоторые так и думают, то есть мне иногда говорят, там пишут, там, что да, мы знаем, что такое прощение грехов, там все. Я знаю, как борьба со страстью, все там, молитву прочитал, все раз, и нету греха, страсти там или еще чего-то. Иисусову молитву прочитал, бац, и нету этой страсти. Да, знаю, я уже давно читаю Иисусову молитву, там по четкам, все раз, и все нету. Вот. Да ничего подобного. Если ты не проходил, они думают, что вот так вот сиди, читай вот эту Иисусову молитву по четкам, бац, и все, и получишь прощение грехов. Ничего подобного. Если ты не проходил этого делания внутреннего, вот такого вот, тогда, так сказать, твое вот это вычитывание по четкам Иисусовой молитвы там, или еще каких-то других молитв, вот, оно возгреет в тебе неправильные душевные чувства, заведет тебя в состояние духовной прелести, и ты действительно избавишься от каких-то страстей, которые ты видишь в себе, вот, за счет того, что тобой овладеют другие страсти душевные, которые невидимы для твоего душевного ока, слепого, которое омрачено самомнением с духом самоуверенности. И ты не видишь, что ты на самом деле одержим гораздо более худшими душевными страстями. Такими, то есть вот этим самостно-гордостным духом. Но ты этого не видишь. Это духовная слепота. И при этом думаешь, что ты, да, вот так же, вот как в добротолюбии описывает святые отцы, так-так подвязаешься. Вот ты так же вот там умным деланием типа занимаешься там. Или да, тебе, да, тоже тебе чувствуешь, как, мол, типа прощены грехи там или еще чего-то. На самом деле ничего тебе не прощено. Ты как был в страстях, так и остался. Ты просто зашел в самообман, в иллюзию, в духовную прелесть. Вот что это как называется у святых отцов. Поэтому и получается, что, понимаете, вот прощение греха Богом по дару божественной благодати, оно должно совершиться законно в душе человека. Некоторые, то есть, даже, ну, может, то есть, короткий момент времени быть. Вот, к примеру, как вот благоразумный разбойник, покаявшийся на кресте. Но вот настрой души, чувства его, которые у него были, необходимые для этого прощения греха, он все это поимел. То есть, вот у него было чувство сокрушения своей греховности. Было. Нас, мы-то, говорит, с тобой, вот, ну, за грехи наши страдаем. То есть, он осознал, что да, мы за грехи, все правильно, все верно. Признал наказание, которое они получают. Представьте, вот вас распяли на кресте, прибили гвоздями, вот, к стенке, там, к кресту, допустим, там. В это время вы висите, страдаете и говорите, все правильно, все верно. Так на за грехи мы всю жизнь прожил, как поганец, и за грехи мы так мне и надо. Это же нужно какое-то сказать у человека иметь в данный момент времени желание, да, чтобы, будучи вот так распятым, прибитым, вот, вот это вот так вот о себе помышлять и думать, и считать. Вот, вспомните, когда у вас какая-то головная боль начиналась, да? Вот, головная боль, в теле плохо, сердцем плохо, и вы в этот момент что? Ай, плохо, вот. И в этот момент времени говорили, так мне надо, достоин за грехи, все правильно, все верно, поганец, прожил жизнь, как попало, вот. За грехи достойно принимаешь сейчас, и все вот это вот. Говорил так, считал так, чувствовал так себя в эти моменты, когда тебе было плохо, в голове боль, так сказать, в сердце, так сказать, боль там, еще чего-то, то есть обычно нет. Вот, когда оно проходит там, или еще не так, не очень сильно там, в это время начинаешь, о, слава Богу за все, тогда. Вот. А когда тебя схватит, как оно, чего там, то и в это время уже ничего не думается. А разбойник прибитым висел, и он в это время, что, да за грехи мои наши мы принимаем-то, все правильно над нами, суд Божий совершается. Все верно, так нам и надо. Вот. И получается, что... Дальше, то есть вот оно, сокрушение, то есть сожаление своей греховности и признание, как бы смирение в душе с тем, что вот это вот наказание, которое постигло, что оно правильно, верно, он смирился. А Иоанн Лествичник говорит, как в своей лествице пишет, истинно кающийся почитает себя достойным скорбей, которые на него находят, и даже еще больших. Вот разбойник и показал это самое, что так не надо за мои грехи.
Все правильно, все верно. Вот оно, покаяние. Причем в тяжком страдании. То есть тяжкое страдание, он в этом тяжком страдании показал, что так мне и надо, все правильно, все верно. За мои грехи достойно получаю. Вот. То есть вот оно, сокрушение, вот оно, смирение он показал. Чувство. Вот. То есть и дальше, то есть как бы вот эта вот решимость, то, что он к Богу обратился. Проявилась решимость его обращения к Богу, то есть к добродетели, к истине, к Богу. И это решимость в том, что он, кстати, смирился. Это же тоже решимость нужна на то, чтобы смириться на это. Когда тебе вот так вот, вот тебе плохо полностью вот и до. И вот если у тебя там все болит в тебе, голова болит, сердце болит, все в тебе, так сказать, никакого, все. И ты в это время решимость на то, чтобы на смирение все равно смиряться надо. Вот. Обычно, так сказать, люди как, ой, ай, плохо там, все, о, вот. А чтобы в этот момент времени все правильно, все верно, достойно за грехи мы принимаем. Вот. Где тут решимость у кого? Нету решимости, мало у кого бывает. Бывает, но мало у кого в эти моменты времени, я имею в виду. А у разбойника благоразумного, покаявшегося на кресте, была эта решимость. Понудить себя вот к такому смирению, со скорбью, со страданием. Это же вот я говорю вам о чем, что страсти не удовлетворяются. Вот. В это время, так сказать, наступает что? Скорбь. И тебе надо эту скорбь взять, понести. Смиряйся, понастрой духа с ней и проходи через нее. Вот именно это же сделал разбойник, покаявшийся на кресте. То есть он скорбь ощущал, страсти его все. Все страсти не удовлетворены. Тебя распяли, все кончено. Вот. Телесные, душевные страсти не удовлетворены. И в это время, так сказать, признать, что достойное за грехи мои принимаю. Все правильно, все верно. Вот, то есть смириться. То есть он смирился со скорбью, которая его постигла. И через эту скорбь стал проходить в чувстве смирения. Понимаете как? Вот оно получается, удовлетворения страстям нет, а он смирился с этой скорбью и стал проходить через нее. И надежда, упование не на свои какие-то там силы, возможности, а только на Бога. Обратил. Вот. И причем в этом глубокое у него чувство смирения было, потому что он говорил, сказал, помяни меня, Господи. Это значит о царстве твоем, то есть это значит вспомни. То есть один раз, когда придешь туда, там вспомни, что есть тут такое. Почему он так сказал? То есть я грешник, окаянный, недостойный. Вот, за всю свою жизнь недостойный. Вот оно глубокое ощущение своего недостоинства. Вот, никуда не гожести своей. В этом чувстве недостоинства он говорит, что вспомни там хотя бы обо мне. Вот и все. То есть он ощущает, что он недостоин, чтобы о нем там помнили. Вот, но надежду обращает на Бога, хотя бы вспомни там обо мне. Я надеюсь на твою милость. Все, видите? Вот. То есть смирился со скорбью, прошел через нее, когда не были страсти удовлетворены. Вот оно, покаяние получается, самим делом. То есть это то, которое требуется во время, когда я вам говорил, в делании и борьбе со страстями. Во время делания. Ты вступаешь в борьбу, брань со страстью, страсть не удовлетворена. Отсюда начинается скорбь. А ты смиряешься и продолжаешь все равно бороться со страстью. Вот смиряйся с этой скорбью и проходишь через нее, продолжая свою борьбу со страстью. Вот. До самого конца. И потом еще говоришь, что Господи, только на твою милость надеюсь, помоги мне, дай мне силу, укрепи меня. А когда проходишь это все, говоришь, Господи, я недостойный, грешник, надеюсь только на твою милость. Видите? Вот оно. Получается, так сказать, покаяние благоразумного того же вот разбойника, буквально там за какой-то момент времени, там сколько часов он висел на кресте. Ну, он немало, в принципе, висел, там, можно сказать, целый день провисел почти. Вот. Но он за это время принес раскаяние вот такое вот в душе своей. И получается, что вот как бы прошел вот это вот внутреннее делание, внутреннюю вот эту вот борьбу, брань, что он оставил страсти эти и устремился, так сказать, пошел по пути чувства смирения. Это и получается, он, кстати, исполнил то, о чем Христос говорит. Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Вот это он сделал как раз, благоразумный разбойник. Он отвергся своих страстей в то время, когда висел на кресте. Вот, взял крест свой, взял вот эти скорбь, страдания, которые его постигло, взял ее. Вот. То есть смирился с нею. И следуй за мною. То есть и пошел по пути смирения дальше, так сказать, преодолевая эту скорбь, проходя, надеясь только на милость Бога.
И поэтому Господь ему простил его грехи. Вот так и нам то же самое. Мы должны вот в этой борьбе, брани, внутри своей души с нашими страстями, вот делать это вот каждый день. Вот, чтобы возгревать себе вот такое, доводить себя вот до такого чувства решимости, на то, чтобы не буду идти на удовлетворение своих страстей вплоть до смерти. Вот так вот. Вот так надо себя настраивать. Такой душевный настрой, такие чувства стараться иметь в своей душе. Вот оно, прощение грехов от Бога, которое подается. Оно в душе нашей. Благодать Божия сходит и связывает греховное страстное чувство и подает нам над ним власть. И тогда уже получается как? Вот когда человек законным путем идет борьбы со страстью, вот, вот так, как я вам сейчас перед этим рассказывал, вот так проходит, то дается ему дар благодати. И он проявляется, может, как? Человек просто говорит: «Господи, помилуй меня там грешного». И в это время дар благодати раз и связывает страсть. То есть в нем страсть проявляется, а он говорит: «Господи, помилуй меня грешного». Дар благодати тут же одновременно с этим действием связывает страсть. Или: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вместе с этим дар благодати связывает страсть. Почему? Потому что он прошел вот этим законным путем борьбы со страстью. Поэтому этот дар благодати, связующий страсть, привязывается у него к каким-то словам, к душевному, может, воздыханию какому-то, к Богу обращенному. Вот. Просто там, может, каким-то словам, которые он привык произносить в это время при определенном настрое души. То есть к определенному настрою души он привязан. Но который у человека поимелся за счет того, что он проходил вот так вот, вот правильно эту борьбу со страстями своими, законным путем. И тогда он говорит там просто: или: «Боже, милости будь мне грешным», или: «Господи, помилуй, помилуй меня грешного», там. Вот, без разницы. Там, то есть, ну, то есть имеется в виду, что он как бы тут же в чувстве припадает к Богу и просит у него помощи. И тогда благодать Божия одновременно вместе с этим приходит и связывает страсть. И страсть тут же раз и утихает, и проходит, и нет ее. То есть это и получается, что он поимел от Бога власть над этой страстью. По дару благодати. Это и свидетельствует о том, что грех ему от Бога прощен. Вот оно, понятие, что такое прощение греха, полученное от Бога. То есть у кого вот так вот, вот грех не прощен, какая-то вот страсть вами какая-то владеет, и вы ее, так сказать, она вас схватила, тащит, и вы не можете остановиться. Это говорит о чем? О том, что грех вам от Бога этот не прощен. Вот, прощение греха – это то, когда ты по дару благодати получаешь власть над страстью. Когда оно только в тебе проявляется, то есть это отсюда получается, что кто в какой степени вот эту решимость, самоотверженность проявляет, в такой степени прощение греха. Больше-меньше. И отсюда получается, кто-то может доходить до того, что, как я говорил, что только вот прилог только появляется, да, тут же: «Господи, помилуй меня грешного». Тут же раз и уходит. И нет ее. То есть это вот он вообще, можно сказать, то есть конкретное прощение греха. То есть такой дар благодати, посредством которого конкретно тут же все, нету этого действия. Страсть. Вот что значит получить от Бога прощение грехов своих или греха своего. Вот что значит: Бог простил грехи. Ну и еще, когда человек, допустим, начало покаяния своего полагает, да, и в зависимости от того сожаления, сокрушения о грехе, в зависимости от того решимости на борьбу, да, Господь тоже подает дар благодати свой, вот, посредством которого помогает ему, чтобы тоже помогать ему. Но это начало покаяния. Но обычно люди тут же это теряют. Почему? Потому что, ну, тут же впал в страсть, полетел по этим страстям, все, ничего нет. Все это, как говорится, то, что полагал начало, оно все это прошло, покаяние. Нет его. Или же начало покаяния положил, там бывает, что некоторые полагают начало типа как бы покаяния. Но так как правильной борьбы нету, то значит начало покаяния, в общем-то, это иллюзия, самообман. Нету его. Вот, если борьба вообще проходится неправильно, дальше будет проходиться.
то, соответственно, Бог ничего не подает дар благодати. То есть Господь подает дар благодати там, где есть начало покаянию, и дальше последует правильная внутренняя жизнь, правильная борьба со страстями. Вот там и подается дар благодати, посредством которой Бог будет помогать ему. А дар благодати помогать в том, чтобы, ну, то есть помогать в том, чтобы человек там типа проходил борьбу неправильно и от этого заходил в еще более какое-то прелестное состояние, то этому Бог помогать не будет. И дар благодати тут подавать тоже не будет. То есть он будет только касаться его, чтобы его вывести, наоборот, из этого состояния, что он неправильно идет, по неправильному пути, что он идет по пути самообольщения, духовной прелести. Вот так вот. То есть здесь нужно этого, наоборот, по голове периодически бить, колотить, чтобы он вышел из этого состояния, чтобы начнулся. Пришел в чувство, восчувствовал. Это если человек, ну, как кается, да, и вот и причастие, и он не изменяется, то это получается во осуждение. И если он кается, и он тут же, ну, как бы грешит, то это получается, у него нету перед Богом глубоко-глубоко в чувстве вины перед Богом, да, так что ли, во грехе. Потому что он как бы грешит опять. Ну, здесь получается так, что если человек кается, желая приступить к причастию, причаститься, и опять же, если, как я сказал, нету покаяния вот такого, о котором я говорил, то есть правильного покаяния, которое дальше идет правильная борьба. Соответственно, прощения грехов нету, человек будет причащаться, он причастит, ничего не причастится, Бог ему причастие не подаст тело и крови Христовых. То есть для того, чтобы Бог подал тело и крови Христову, должно быть правильное покаяние и дальше правильная борьба. Вот. Это раз. Второе. То есть условие. Правильная борьба, правильное духовное делание внутреннее. Если оно прелестное, неправильное, или борьбы вообще там нет, то просто человек подходит, перечистил грехи, вот, подходит, так сказать, каюсь, Господи, все, и идет причащаться. То, естественно, никакого причастия ничего он не получит от Бога. С тела и крови Христовых ему не будет. То есть это будет самообман, иллюзия, самообольщение. То есть посредством такого причастия он будет заходить в самообольщение и заходить в состояние духовной прелести. Вот и все. Если кто-то в это время ощущает какие-то приятные чувства, ощущения, это может действовать, так сказать, в нем или телесное сладострастие, вот, или душевное сладострастие может действовать, и которое он может принимать за действие Божьей благодати. В итоге, так сказать, самообольщение, прелесть духовная. Вот так вот. То есть для того, чтобы Бог подал причастие, то есть это не так, что человек типа должен уже совершенство достичь, там и причащаться. Нет. Может человек и вначале с вами причащаться. Но есть при условии, если он встает на путь борьбы, то есть вот как я говорил, приносит сожаление, сокрушение, до решимости себя доводит. Вот. Дальше просит у Бога помощи и, так сказать, воодушевляется на то, чтобы идти таким путем. Вот. И дальше вот борьба, она у него будет проходиться правильно, верно. То есть это он или ее должен сам знать, как она правильно проходит, или его должны в этом наставить в вопросе. И тогда, когда вот это условие есть, тогда и он, так сказать, решается на то, что он будет бороться, хотя он падает, но он встает, борется там. Вот он, так сказать, как увидел, так сказать, борется там, вот это вот все у него есть, как видел, борется. Тогда Богом прощается грех, то в какой степени, в каком состоянии борьбы находится. И тогда он может причаститься и получить тело и кровь Христовых, но в той степени, насколько он, так сказать, устремляется в этой борьбе действительно реально. То есть, когда есть это устремление реально, и в какой степени он устремляется, настолько и получает от Бога дар благодати. То есть, это не так, что должен совершенства достичь и все тогда только причащаться. Нет. Вот. А именно тогда, когда условием является, это получается как бы правильный настрой души для принесения покаяния, вот эти вот все чувства, необходимые для покаяния, и дальше правильно проходимая борьба с этими страстями. И он ее решается проходить и собирается проходить. Вот. И это правильная борьба, то есть или он сам знает ее, или его кто-то научит, может научить, наставить. То есть есть условия для того, чтобы его он может направляться по пути этой правильной борьбы. Тогда вот при этих условиях Бог дает таинство причащения. То есть подается тело и кровь Христова, подается через посредство причастия. Если это условие не соблюдается,
Тогда, соответственно, никакого причастия, ничего нету. Получается иллюзия, самообман. Поэтому не нужно так легкомысленно относиться к причастию, конечно. Вот, не нужно, так сказать, самоуверенно к этому подходить. Нужно понимать, что должна быть борьба со страстями. Если у меня какие-то страсти, то я должен положить решимость на борьбу с ними. Недаром в древности людей отлучали там от причастия там, на 5, 7 лет, 10 лет отлучали. То есть это для чего? Для того, чтобы они этот период времени потратили на эту борьбу, на брань, чтобы встали на правильный путь, занимались этим внутренним делом, чтобы они поимели вот эту вот как бы власть над своими страстями. И когда человек вот это вот делал, занимался этим, приходил к этому в должное душевное состояние, тогда он приходил к церкви, ему читали молитву, что он о присоединении там, что от него, ну, как бы типа снимался этот эпитимия такая, то есть снималась с него. И тогда он мог приступать к причастию. Почему? Потому что он настрой души правильный пришел. Вот почему. А в наше время не приходит никакого настроя правильной души, пошел, да, все нормально там. Грешен, вот словом, делом, помышлением там. Вот там, ну, кто-то еще там что-то перечислил, сказал, да, каюсь, все, буду бороться, все, но опять же, борьба может неправильно проходиться. В лжецерковных организациях она проходится неправильно. Соответственно, и причастия нет. Так вот, таинство не совершается. Таинство не совершается почему? Потому что нет, там, где нет правильно проходимой внутренней духовной жизни, вот, там не для кого подавать таинство. То есть таинство – дар благодати Божией, подаваемый через таинство. Он подается там, где есть люди, способные по настрою духа к восприятию таинства Божьего, божественного дара благодати. А где людей нету по настрою души, способных к восприятию, там таинство Богом не подается, соответственно, не совершается. Вот так вот. А это есть там, где люди по настрою души, то есть способные к восприятию даров благодати, там, где люди правильно проходят свою внутреннюю духовную жизнь, вот как я ее писал. Там, где это есть, люди, где так делают, вот там Бог может подавать таинство через внешнее священное действие, которое сопровождает таинство. Где этого нету, соответственно, и таинств Богом никакие не совершаются. То есть все, что люди будут дальше делать, там священники, там, причастие, там еще какие-то таинства там совершают. На самом деле в реальности Бог таинства никакие не совершает. Почему? Потому что у них нет правильной внутренней духовной жизни. Потому что они, допустим, сидят на самосногордостном духе. Потому что они идут против воли Бога, церковная организация в своем общем пути и направлении идет против воли Бога. Потому что они заразились духом фарисейским, законническим. Поэтому таинств там нету. Потому что они идут по пути, допустим, слияние с властью, которая в духе антихристовом, как московской патриархии. Поэтому там таинств нету, Богом не совершаются. Потому что там в главном согрешили. Вот идут против воли Бога в главном, в основном. Вот, то есть это есть гордый дух. То есть у них в главном, в основном сидит гордый дух. Но люди этого не видят. И идут, хотят получить от Бога таинство. Соответственно, от Бога никто ничего не получит. То есть только будет дальше заходить в самообольщение, в духовную прелесть. Вот и все. Поэтому, соответственно, люди там рассуждают, типа, как причащаться, сколько раз, сколько не причащаться раз, вот как причащаться, там чего, что. Это все, конечно, пустые рассуждения, на самом деле, в реальности. Почему? Да вы хоть как причащаетесь, хоть сколько раз там или прочее, вот. Если у вас нету правильной внутренней духовной жизни, вы все равно, так сказать, не причаститесь, и Бог вам своего даров своей благодати через таинство не подаст. Вот и все. И если вы сидите в той церковной организации, которая идет по пути самосногордостного духа, по пути, который противен воле Бога, вы таинство от Бога тоже не получите. Вот так вот. То есть Бог свои таинства не подаст. Потому что условия, вы, когда, как говорится, организация церковная, она как бы на ней идет по пути вот такого вот противного воли божественного, самосногордостного духа, то таким образом, получается, на них в общем лежит вот такой вот грех. И когда все в общем находятся в таком грехе, в главном, то они, получается, не отстают от него, не выходят из него. То есть их подвязание, там борьба со страстями какая-то, она, получается, иллюзия, самообман. То есть борьбы в реальности нету. Они просто создают себе как бы иллюзию духовной жизни. И в этой иллюзии находятся. И этим сами себя обманывают. То есть это
путь, который, в общем-то, самообращение духовной прелести, путь, ведущий в погибель. Вот так вот.